Алена Гаврилова, жена Эмина Агаларова, поделилась подробностями своей семейной жизни. Модель в частности коснулась и темы дружбы с бывшей женой певца, Лейлой Алиевой. В сети ходят слухи, что бывшая и нынешняя жены исполнителя находятся в конфронтации. Но Алена уверяет, что это всего лишь сплетни недоброжелателей. Гаврилова рассказала о том, что находится с Алиевой в хороших отношениях. У нее самой быстро получилось подружиться с детьми Эмины и Лейлы, десятилетними сыновьями, Али и Микайлом, а также приемной дочкой Аминой. По ее словам, они дружат семьями. «Мы все общаемся и в хороших отношениях. Дети тоже все дружат», — написала Алена в микроблоге. 2 месяца назад у модели и певца, поженившихся прошлым летом, родился первый общий ребенок. Девочку назвали красивым именем Афина. Как стало известно, идея назвать так дочку принадлежала Алене. Эмин не сразу принял выбор жены. Очень много было дебатов. Эмин изначально был против этого имени, но сейчас доволен, — поделилась Гаврилова. Агаларов с супругой не намерены в ближайшее время показывать девочку в соцсетях. Алена утверждает, что против публикации снимков детей в сети. У нее, к слову, также есть 11-летний сын Рустам, который сейчас живет и учится в Америке. Гаврилова рассказала о том, что тяжело переживает разлуку с ним, однако у самого мальчика довольно легко прошла адаптация к другой стране.